Магнолия Эша, похоже, вот-вот зацветет. Сегодня 30 мая 2020 года. Плотники. Смотрите, какой бутон, каких размеров. Ну, к сожалению, недолго он, конечно, в таком приглядном виде находится. Листья такие, но запах, аромат стоит великолепный. Это магнолия Эша. Это достаточно редкая магнолия. Вот. Разрастает она в штате Флорида. Вот. Достаточно оказалась выносливая. Вот она в Ростове-на-Дону третий год. Живет в открытом грунте. Аромат стоит здесь вообще очень мощный. Даже от одного цветка. Вот видите, какие размеры листьев. К концу лета будет еще больше размер. Вот она растет пока в один ствол. Но вот начала тоже вот медленно пытаться ветвиться. Вот такая вот красавица получается у нас. Аромат, конечно, супер. Похож на аромат вот грандифлоры этих сочинских магнолий. Так что будем пытаться из косточек размножить, потому что люди хотят это сажать, а почему-то вот исходного материала не можем мы найти больше. И тут мне Сергей подвез из Ингвиевки в подарок такую красавицу. Вот. И вот у него одна такая. Может быть, у кого-то еще. Напишите в комментариях, у кого в России есть магнолия Эша и в каких условиях она проживает у вас, как успешно, как долго. Вот, давайте делиться, может быть, семенами, опытом выращивания. В общем, всем привет!